С начала августа США приняла новые санкции против России. Анализ санкций показывает, что они направлены на ограничение присутствия российских госкомпаний в различных сегментах мирового и прежде всего европейского рынка, на долю которого приходится половина внешнеторгового оборота России. Опираясь на политические и информационные механизмы, западные компании посредством международного лобби получают возможность в перспективе увеличить свою долю в желаемых сегментах рынка Европы. Стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри США ведет к глобальному переделу мирового рынка в данном сегменте. В настоящее время разворачивается борьба за рынок Европы. При сохранении или расширении текущих санкций можно ожидать уменьшения доли российских компаний на нефтяном и газовом рынке Европы и замещения их американскими и британскими компаниями, которые ранее работали на рынок США. Но полная экономическая изоляция России выглядит сомнительно, ввиду глубокой интеграции мировых капиталов в ее экономике.